Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шоустри Бум. Сегодня готовим вкусный весенний салат. Начинаем готовить. Погнали! Сегодня готовим салатик из редисочки. Сезон редиски начался. Сейчас покажу самый мой любимый и вкусный салатик. Редисочку нарезаем вот таким вот образом. Отправляю редиску в миску. Сейчас редиска очень сочная, очень вкусная. Также нам понадобится огурчик. Нарезаем вот таким вот образом. Точно так же, как мы резали редиску. Огурчик также отправляем в миску. Ну и, конечно же, нам понадобится свежий зеленый лучок. И лучок в миску. Также беру два куриных яйца, сваренные вкрутую. И нарезаем вот таким вот образом. И добавляю в такой салатик тунец в масле. Сочетание просто бомба, друзья. Обязательно попробуйте. Вкуснотень непередаваемая. Солим по вкусу. И слегка приперчу. Если вы не любите черный перец, не добавляйте. Но мне нравится именно немного салат с остринкой. Тунец в масле, а значит, масло здесь не нужно. Хорошенечко перемешаем. Оставляем буквально на 5 минут, чтобы наш салат настоялся, обменялся вкусами, ароматами. И, конечно, начинаем его пробовать. Ну что, друзья, пробуем? Скажу так, очень необычно с добавлением тунца. Очень вкусно, очень ароматно и аппетитно. Друзья, пробуйте. Кому понравилось, ставим лайки. Кто не подписался еще на канал, подписываемся. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну и, конечно же, комментируем. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.